Yeah.
Опа! Здравствуйте, здравствуйте! 39,9,5. Это наша температура с наступающим 40-м эфиром и 2024 годом. Если правильно его прочитать, исключив одну цифру, или считать только 3 справа и 2 слева, получится 420-20. Это тот самый год, в котором мы с вами устроим Цугундер для слушателей, то есть это будет настоящее испытание для этих ушей нежных. Что я предлагаю? А видите, как я все расшифровал, да? Давайте насладимся демками, которые нам прислали. Я даже перед тем, как мы это должны были все прослушать, поспал. Как бы я еще приберег для себя кое-какие выводы по поводу прошлой трансляции, какая у меня была истерика, я все понял. Поехали. Первый трек у нас «Апельсин», новогодний. Не трогайте это на Новый год. Вот это да! Как это так получилось-то? Вот это парилка! Это было очень круто. Я прям офигел. Это было очень круто.
Это было очень круто. Я обожаю такой музон. Я очень надеюсь, что это можно будет в компилу запихнуть. Я думаю, она у нас будет в 2 раза больше в этот раз. Будет треков 40. Просто потрясающе. Вау! Вы видели реакцию? Я не поддельно все это. То есть у меня работает как есть. Механизм, организм. Просто нормально улетело. Так, двигаемся дальше. Настроение отличное. Я на сплайсе накачал и сюда вставил. Вот это уважаемо, вот это я понимаю. Нам нужно получить твой проект, пожалуйста, чтобы мы убедились, что все сделано из сэмплов исключительно, потому что мы только такие релизы издаем. Будем рады видеть тебя на компиляции, братан. Отличный трек. Ребята, насчет примерных дат выхода компилы. Если вы будете со мной на связи на январских праздниках, я буду вас вызывать на беседу аудио, буду вам задавать вопросы, у кого какой чей трек, и перезаписывать все это дело, заново список составлять, чтобы никого не пропустить. Давайте следующего послушаем Аптома. Игорька трек. Интересно же, да? Ну-ка. Вот это вайб.
Отличный трек. Сейчас бас будет. Отлично. Я просто хочу отметить, что это прекраснейшие треки по вайбам. Они просто разваливают. Здесь все очень круто. И я рад, что у нас у всех есть такое чувство юмора, которого нет и не было никогда. Не, ну это сильно, сильно. Кто автор? Если готов, полетели на ВА. Various Artists on Paper Funk Recordings. Хочется сделать так, чтобы прям компиляция вышла такая, типа из разряда «Вот вам итоги предыдущего года, господа». То есть, по сути, у нас вот он сейчас должен вот прям сборка происходить, потому что мы уже в расписание все это вбили. Там вообще все жестко. Едем дальше. Blind Theory и Ninth Wave. It's undefined, want to know where you are.
Отличный ставчик, удивительно просто. Короче, моя мысль какая? Сделано прикольно, по звуку есть косяки, по звуку есть проблемы, например, вот в этом месте, пожалуйста, на 65. Пропадает что кик, что снейр, короче, скидываете на мастеринг, поделаем. Ух, психопаты. Я это взял бы тоже на ВА. Просто великолепно. На то, что вокал с Лупермана, Луперман, ну вы поняли, просто идеально подходит для пейперфанк. Слушаем дальше, следующий трек от Бодрока. Все в мурашках. We'll be right back.
Блин, да чего ж круто, а? Да мурашек. Хотел бы взять на Various Artists. Это просто что-то, нечто какое-то. Офигеть, блин. Вот этот синт, понимаете? Здесь в треке-то в каче из разряда ничего особенного. Но вот этот синт, вся концепция. Очень круто. Ничего себе, что творите? А ну-ка, поехали дальше. Булат из Плати. Нужно было как-то эмоционально поставить точку. Уф! Я не знаю, какими эмоциями это описывать. Я бы просто поехал дальше и пока что посидел с микроинсультом. Various Artists, Various Artists.
ничего такой 2023. Че, Noize Radio, пацаны, девчата? Решил я тут демки ваши послушать и что-то не понял, где я сижу вообще. Где я нахожусь-то? Кто я? Очень круто. Пишу две заветные буквы Various Artists. Это было то, что надо. Просто, что происходит? Какой трек по счету? Не ясно. Восьмой трек. Ладно. Прощаю. We'll be right back.
Честно скажу, я давно не слышал ничего подобного. Что-то подобное разрабатывал я. Я очень рад, что у этого внезапно появилось продолжение вот такое, блин, чел. Если это все на сэмплах, обязательно на Paperfunk. Очень крутой трек. Пару мелочей подправить. В личке пообщаемся. Но я думаю, уже на этих, на праздниках. Прекрасно, прекрасно. Наверное, отличный сэмпл-пак просто был найден. Давайте расслабимся немножко, послушаем вот этой вот музыки из Академии другой вселенной. Но ну, чел, короче, выпал, я не знаю, они там с флешем как-то тусили, что-то делали. Попал сюда молодой парень. Жаль, конечно, этого добряка. Отлично, у меня теперь есть трек для рекламной презентации конволюционных слепков из бизнес-комнат разного рода. Очень подходит по тематике. Спасибо за идею в чате. Отличная работа. Давайте теперь после вот этого аккуратненького, приятнейшего вайба, который я чуть-чуть подправил по верхней середине, добавил верха. Очень красивое мешание сделал, как всегда. Я обожаю эту тему. Deform, Bure и Neptune. Сейчас узнаем, что тут к чему. С наступающим! We'll be right back.
Я не могу понять, что 10 лет прошло с прошлого эфира, что ли? Что происходит? Давайте следующий трек попробуем. ВА. Мне с этим исполнителем все понятно. Написал две заветные буквы. А так как мужчины не могут выдерживать температуру 40 градусов, я предлагаю двигаться дальше. Послушаем нечто с таким 54-летним оттенком. Как всегда, у нас легендарные люди на стриме. 54 года. Дед на связи. Светлане привет. Коновалихе тоже привет. Надьке. И внуку Богдану.
54-летняя Ода. Четыре пожилых сыра заказал я. Остальное услышите на релизе. Давайте слушать дальше. У нас тут диалект. Он предоставил нам, наверное, какую-то пушку. Вижу по кровавым следам по этой вафке. Сейчас я вас так подогрею. Сейчас я вас так нагрею. С вас спецовка слетит. Поехали. Приз «Спецовка года» вручается диалекту. Что происходит? Диалект. Ты этот трек купил, что ли? Это Ghost Production? Чё? А что случилось-то? А? Почему такие расценки? Мне мастер говорил 3600, у вас 5600. Я буду звонить бесу. К
Кстати, я забыл сказать, что предыдущий трек на Вариус Артис пойдет. Зашибись, Диалект, Ну что, ребят, Вариус Академикс получается. Я еще раз спрашиваю, мы в каком эфире находимся? Noisy Radio или что происходит? Или это нейропанк подкаст? Новый формат. Вас сводить пора все. Эко я вовремя, да, эту фишку сейчас подловил. Крутяк, остальное вы услышите в соло-релизе. Это было просто ништяково. Мне очень нравится тим атмосферы. В них прям истинно чувствуются все года, прожитые тобой, все 54 года. Вот, даже немножко чувствуется Светланы всегда в яме. Это очень круто. Слушаем следующий трек. Спасибо за такие разбавочки. Благодарю тех, кто убил меня раньше времени своими треками. Ну вот я... Действительно, 54 года сэмплы копил, это очень сложно, я согласен. Секундочку, уважаемые, сейчас все, так, все сейчас расслабились, я все понял, у меня все на памяти, на слуху, я все услышал, все, я все понял, сейчас все будет нормально, поехали. We'll be right back.
Вот здесь уже плохо было. Покупаем сэмплы. Бро, переделай вот эти вот моменты, сделай, чтобы везде ударка четко слышалась, потому что там уже идет кашица небольшая, но контент, конечно, ух, чуть-чуть еще осталось доделать, и просто будет, ну, прям, ну, та самая дурка, которую мы все заслужили. Спасибо за тюн, слушаем дальше. 17-я демка есть, 40-я. God damn, а мы уже в парилке. Короче, здесь есть перегруз на низах, здесь есть несбалансированный синт, который орет громче всех. У него вылезает верхняя середина, вырезает слишком много высоких. По тематике очень интересно, по звуку дорабатывать, допиливать. Пока еще
много минусов есть. Давайте послушаем грустный. Для кого вот это интро, вот это вот, вот такое? Кому это надо? Даже в наушниках непонятно, что ты слушаешь. Не понимаешь, что за трек включил. Не делайте так. И тут одна проблема в демке, надо букву Т добавить в микс. Я, если что, имел в виду транзиенты. Поплотнее их, и не так надо пересирать. Ну и шум надо подуспокоить обязательно, потому что он иногда прям пересирает и получается ультрагрустный, все правильно. Давайте послушаем следующий трек. Благодарю. Мне без мастера он нужен для релиза на Various Artists. Это отличная работа. Как раз то, что я хотел бы, когда находился бы в состоянии перед смертью. То есть тот самый трек. Вот я иногда себя загоняю в подобное состояние, ну, в виде терапии, и... Есть некий трек-лист, скажем так. Кому надо, поделюсь. Thank you.
это прям ништячок. Конечно, на Paperfunk такое не подходит, мы такие штуки не подписываем, но чисто как стиль, как исполнение, ну да, это классно. Тут очень много элементов всяких крутых, тут звук хороший. Вот это, конечно, крутая тема. Да, это твоя сейчас играет? А, Global IG, Mystery Space, понял. Вот это вот отличная демка была, мне прям зашла. Давайте слушать хайгрейда. У нас 20-я демка, 20. 4-20-20. Все не просто так. Просто гадаем, что ты сделал, красавчик, бро, красавчик, красавчик, еще раз красавчик, очень круто. Единственная проблема у тебя, которая случилась сейчас, это знаешь что, это знаешь что, это просто нижняя середина. Итак, добро пожаловать в будущее. Сейчас закончились те времена диповых вайбов и вообще, через полгода вот эти вот все ваши шашлыки, отдыхи, вот этого всего не будет вообще. Intel разработала...
Ладно, чё вы, пошутил просто. Хорошие сэмплы, Колян. Атмосфера топовая. Я так понимаю, здесь батя стоит плагин, да? Колян, ты как раз говорил, что собираешься там пересводить для эфира что-то из старых работ каких-то или около таких. Ага. Слушай, ну прям звучит. Будь здоров. Для тех, кто не в курсе, сейчас, кстати, ребят, прогрев будет. Плагин батя разработан был нашей командой. Это сайдчейн, который помогает очень грамотно все сводить и быстренько. Я о чем хотел бы вам сказать, что ссылки, если что, в описании. Если есть желание присоединиться к команде академиков, тоже в описании. Говорю это и страшно мне. Пожалуйста, я вас приглашаю на ссылку в описании в место, где обучают. У нас там не раздают гифов, у нас нельзя скачать треков. Вы приходите учиться, и к нам очень много новых людей прилетело, которые научились уже с нуля что-то делать прям крутое. Поэтому двигаемся к опытным товарищам, старожилы сцены Inner Poise и Backup. Не чураются нашей тусовки, присоединились к нам с удовольствием. Мое почтение. Слушаем Чеснок. The right line linking them all together.
Уф, добрую половину... Хотел сказать, добрую половину гифок мы прослушали. Итак, Академия гифок, в которой мы просмотрели уже все возможные гифки на планете. Скоро будем создавать их сами. Присоединяйтесь к нам. Отлично. Не будем светить до конца. Услышите Various Artists. Надеюсь, если, ребят, вам это интересно, если вы никуда не подписали, с удовольствием возьму. Мощная движуха, разрывная. Для тех, кто пишет мне настойчиво в личку по поводу демок. Я только что на экране показывал вот здесь вот то, что не скачана была только одна демка. Эта демка была от Metal Links. Все, что попало к киберпаперу, оно попадает на эфир. Пожалуйста, не надо меня дергать на трансляции, писать мне о том, что демки нет, потому что если ее нет, значит, что-то вы не так сделали, либо не дописались. Я как раз сегодня собирал демки, чтобы никого не оставить без прослушки. Слушаем Муву. Не попали сейчас в эфир, пришлете демку дополнительно для микса. Не надо только настойчиво так трепать, все будет хорошо. Давайте послушаем, что во втором дропе. Ну, сведено грязно, сведено очень грязно. Контент, как всегда, интересный, аутентичный очень. Не знаю, с чем это даже сравнить. Thank you.
И Нервором такой появился в чате как раз перед своей демкой. Ай, какой! А все, я Нервор у вас с нервом путаю. Привет, здорово, здравствуйте. Ну вот эта демка гораздо лучше, гораздо лучше. Даже не знаю, пока что нужно дорабатывать миксы. Все очень так звучит как-то зажато. Может быть, перерывчик сделать, может, уже немножко присытилось все это, и надо как-то отдохнуть, по-новому посмотреть. А так, вообще, отличная работа. Поехали слушать дальше. Нерв, хей! Классный трек. На нейропанк, наверное, собираешься его выпускать. Я так предполагаю, что здесь надо написать нейропанк, нейропанк. Ну, контент, как всегда, Колян, очень крутой. Есть вот, видишь, небольшие минусы, но оно по-разному. Зависит от того, как замылится ухо или не замылится. Я-то знаю, что ты можешь и круто,
и по-разному, так же, как и я, периодически делаю всякие мелкие недочеты. По контенту очень круто. Так, Серега теперь. Вот поэтому я вас перепутал. Я прочитал тут нерв, нерворум, нерверум, блин. Серег, а я ничего тут тебе не могу сказать, кроме того, что это круто. Наконец-то. Поздравляю. Это вы представляете, мы несколько трансляций разговаривали об этом треке, и наконец-то он обрел такой вид. Вообще респект!
Слушай, Серег, есть траблы, короче, с этим треком. У него не въезжает. То есть оно качает уже потом в дальнейшем. А когда нужно, чтобы сама кульминация ощущалась, этого нет, к сожалению. Поправь, пожалуйста, чтобы прям нормально все было. Чтобы можно было кайфануть с этого. Теперь давайте слышь Чесноида. Перейдем на что-нибудь такое более мелодичное. Серег, и я тебя поздравляю, это действительно прорыв в твоем звуке. Молодец. Сегодня уникальная трансляция. Я впервые за долгое время не закидываю каких-то снейров. Вы заметили, да? Никаких киков. Мы просто слушаем и все. Мы слушаем, слушаем. То есть номинально-то все в порядке. Есть какие-то прям по мелочи вещи, которые надо поправить. Это ни в какое сравнение не идет с ранними трансляциями. Я не могу поверить, что это все не просто так разве было? Во имя отца нейропанка и святого драм-н-бейса. Просто не могу поверить. Поздравляю, ребят, молодцы. Это очень круто. Мне прям реально нравится то, что все треки разные. То есть нет такого, что у нас каждый раз повторяющиеся какие-то грувы, типа все пишут одно и то же. Вообще респект. Значит, не надо делать интруху вот такую, вот с такими вот штуками. Надо делать сразу, чтобы там режиссура была. Вот это вот фейд-ин, это из прошлого. Но это такая мелкая... недостаточность кислородная, потому что вначале непонятно, что ты слушаешь. Давайте послушаем Катю. We'll be right back.
Ну, короче, у меня есть вот такие замечания. Саба было маловато, слишком все громко сделано, не нужно так громко, я уже говорил об этом, можно делать и потише, чтобы ощутить за вот этими перегрузами, точнее, за их отсутствием. Из-за перегрузов не слышно, что нужно поправить. В общем, если делать микс почище, будет получше. Но по контенту это, наверное, скачок раз в 5, и это очень хорошо. То есть замечания учитаны, мною сказанные в прошлый раз тебе, и при личной встрече. Да, но это гораздо лучше, чем было. Есть проблемы, Кать. Это нельзя играть, это не вставить в трек. Но то, с чем можно сравнить то, что было, это гораздо лучше. И я уверен... Спасибо, Колян, за поддержку. И я уверен, что у тебя просто в будущем все получится. Причем, видимо, в ближайшем. Тут осталось-то по частям менять всякие части. Так, давайте послушаем Nord. У нас осталось немного демок. Очень интересно будет послушать, что дальше. Катюха, спасибо. Это был развал, но надо там кое-какие моменты править. Слишком тихая атмосфера. Есть проблема, я сейчас покажу, как именно трек будет звучать прокачанным. У него очень хороший потенциал. Есть вот эта идея прикольная. Вероятно, что местами слишком быстрое вобло. Местами. Сейчас все сделаю. Это недолго. Просто интересно, как он будет звучать именно более-менее правильно. Ну и, соответственно, несмотря на то, что звук плохой, мелодия это прикольная и сэмплы подобраны неплохо, но я еще рекомендовал бы здесь делать какие-то переходы. Их мало, то есть тут мало вообще чего происходит. И чтобы у нас не было такого грязного прослушивания, я немножко сдвинул вперед ползунок прослушки. И хочу подсайченить это дело. Так, как я поставил? Наверное, классно я поставил все. Красавчик. Детект темпа. Посмотрим, сколько у нас тут. От 100 до 200. Где живут люди с драмом? У нас в клубе. Все правильно. Ну, это 174, он пишет. В чем у него проблема? What the hell is wrong? I don't know what the fuck happened. Я понял, это я уже подустал тут, получается. Ну ничего себе,
Вы представляете вообще, какое давление у меня здесь? Я себе вообще-то купил сабвуфер для того, чтобы, когда я слушаю ваши демки, я типа такой нахожусь в клубе, понимаете, да? То есть на выступлении это 1 час, нам, дай боже, уже 2:05 исполнилось на этой трансляции. Алло. Мотнем на мелодичную часть. Естественно, тут многого не хватает, но я хотя бы чуть-чуть улучшил этот трек, несмотря на то, что он был достаточно скудный. Продолжаю в том же духе, я уверен, что через эфиры в 5 ты нас всех будешь удивлять, потому что некоторые уже через 3 эфира, прослушав демок, делали невероятные шаги вперед. Рекомендую посмотреть на эти моменты. Спасибо за тюн. Теперь Razer Steel. Кстати, вот знаете, какая штука? Вот Razer Steel присылает мне постоянно треки. Они у него очень клевые, по моему мнению. Но также я наслышан по поводу мнения, по поводу его треков, что типа у него музончик никакой, он типа не вкачивает. И я, блин, оказался в растерянности, в полной. Слушай, да, это очень круто. Возьму либо на VA, либо соло, как мы с тобой хотели, соло-релиз с тобой. Вообще ништяк. Теперь у нас Relidex и Катя Буловой. Спасибо, кстати, за трек, Razer. Не слушай никого, слушай нас. У тебя все круто получается. Ну что, послушаем, что тут происходит.
Так, уважаемые, что-то я не понял, короче, приколов. Вот, смотрите, я уже слышал эту демку. Она офигенная, я беру ее на ВА. Но, ребят, ну почему так громко? Я, кажется, знаю, от кого Катя громкостью заразилась. Релайдекс, ну подспусти ты немножко ремни. Ты чего творишь? Минус 2 люфса. Зачем это нужно? Это же вообще... О чем ты говоришь? Офигенно, как бы, трек сам по себе звучит, но он же будет звучать еще лучше, если ты мне его скинешь без мастера в минус 6 дБ. Я тебе покажу, как может звучать твоя музыка насыщенно и динамично. Потому что вот на данный момент прям, вот он, видишь, желтый весь. Хотя на самом деле он не должен так выглядеть. Интересный момент, да? Но трек, конечно, офигенный. Очень мощный, очень все звучит плотненько. И хотелось бы просто сделать момент с громкостью уже навсегда исправленным. А так, ребят, молодцы. Хорошо сработались, респект. Вообще, прикольно все это, очень круто. Так, у нас сейчас в эфире появляется господин с платье. Единственный такой в палате. Касаемо второго дропа от Релайдекса и Катюхи, послушайте Various Artists. Подсирает, подсирает. Ну, Олежа, ну даешь. Часть второго дропа дослушайте в доделанном виде, потому что тут у трека даже нет концовки. Я бы с удовольствием взял это в соло-релиз у тебя, Олег. У тебя уже накопилось треков, ты можешь издать один соло из трех треков и один добавить в Various Artists. Так что это на твой выбор. Я думаю, когда у нас будет трансляция, точнее, общение по аудио и видео в Академии, мы уже все это согласуем. Блин, ништяк, ну это что вы делаете? Давайте послушаем время.
Катя, у тебя тут переделанная еще демка твоя, я сейчас ее еще раз заценю. Может, он боится. Может, он боится, что я Оксанку у него уведу. Респектосики. Не знаю, кто ты, но ты попал на ВА, доделывай. Чего вы делаете вообще? Владос, у нас вообще-то на начальном курсе, на который ты пришел сюда, нулевый типа, не проходили мы эту тему еще. Где? А как ты так прокачался? Интересно. Смотри, у тебя есть проблема со звуком, она очень простая, типа снейр не очень панчит, кик высоковат. Сам бейслайн по себе, но у него есть прикольное сочетание. И это сочетание, оно, собственно, Станислав, ты невидимый. Вот. Это сочетание, оно, собственно, работает. То есть, типа, это из разряда такой тусовый, короче, прикольный трек, но если его правильно написать, если у него сделать грамотно звук, будет качественный разрыв. Блин, я, конечно, прикалываюсь с этой темой, как
Чего, куда вы торопитесь прокачиваться? Вот что там, вам пообещали лейбл какой-то, что ли, или что? Что происходит? Или все так хотят батю выиграть с начального курса? Какое-то рвение нездоровое просто. Мне нравится. Чё, чё, Владос, там вопросики об кашле, если чё? Катюха, попытка номер два. Вот смотри, у тебя там синт идет такой. И, короче, да ладно, ладно, все, удалю. Этот синт, он очень низкий. Он прям очень низкий. Тебе бы этот синт, я забыл еще там тебе сказать, поднять наверх. То есть у тебя разваливается он. Нерв, и мужик говорит, мо, это то, что надо. Расслабимся перед тем, как у нас будут две последние демки. Гляди, чисто для меня интруху сделали, чтоб я погорел чуть-чуть. Предыдущие демки Мэнса и Мо, там было очень классно, то, что там был такой вот этот вот колсовый орган, или как он называется. И когда он отыгрывал, там было очень прикольно и аутентично. То есть вот здесь вот как будто чуть-чуть этого не хватает. Там как будто в спектре осталось вот это место. Оно не прям пустует, но чтобы дополнить трек, там какой-нибудь тун-тун-тун, чтобы проигрывало чуть-чуть. Очень стильненько. Тогда это прям будет развал кабины. Что-то около Бюриала будет, потому что у него вот такие текстурки. Немножко промазанные пылью, подсыпанные, вот, водичкой спрыснутые, и все такое в болото превратилось. Но это хорошо в данном поджанре. Ничего, скоро-скоро мы фактуру откроем, будем разговаривать уже по-другому по поводу этого всего.
Ну, это трек какой-то наподобие кулдауника, который был на Various Artists. Очень подходит. Доделывай, Артемка, и допиливай контент, потому что очень мало контента получается. Два квадрата маловато. Сделай три на дропе, и прям будет то, что нужно. Насчет интрухи можно еще один квадрат добавить, чтобы у нас вот так начиналось. Типа из разряда, я имею в виду что-то около вот такой структуры. Ну и дальше у тебя типа получается еще, 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 еще и еще квадрат. Респект, ништяк, работаем, предварительно взял. Все может отмениться, зависит от того, как ты его доделаешь. Надеюсь, доделаешь круто. Итак, дамы и господа, последний трек на сегодня. Поздравляю вас всех еще раз с наступающим Новым годом, с наступающим концом этой последней драм-н-бейс академической и не только трансляции в этом году, в 2023. Тусим нереально круто, но все хорошее заканчивается для 2023, а для 2024 только начинается. Мы вот прям буквально на пороге. Поехали. Последний трек. Очень важный момент. Прошу обратить внимание на спектр. Если будете на фактуру техно писать, вот такие должны быть у вас частоты. Никаких суперсабов, как в драм-н-бейсе. Не путаем жанры.
Ну что ж, это были офигенные тюны, сделано все как надо. Толян, это классный трек. Поправляешь звук, дальше настраиваешь свой звук таким образом, и все будет у тебя замечательно. Я же, со своей стороны, еще раз всех поздравляю с наступающим. У нас впереди 2024 год, 420-20, и будем заниматься нашими любимыми цифрами, нашими любимыми делами. Будем писать от 20 Гц до 20 кГц. А встречаться в онлайне в то самое время. Ребята, я вас очень люблю. Этот год был очень серьезным. Видна мощная работа. Для тех, кто нас досмотрел до конца, если такие есть, все ссылки в описании. Ну, а я засим с вами прощаюсь. Покеда.